Кто делает? Ты делаешь. Да? Стоп, мотет. Возьми заход. Сильный пункт. Теперь стоп, мотет. Отошел. Иди сюда. Посмотри внимательно. Рука. Стой. Да. Что можно сделать? Зацеп.
Он мне высечет через грудь. Да, ты так не а вот я могу просто ударить. Я могу подсечку взять, могу зацепить. То есть, когда у меня нога поднята, подымется. Когда я раз подсечку делаю. А если он стоит на ноге, встань. Вот, встань. Ты знаешь, раз цепляю. Коп-коп-коп, зацеп идет. Подсечка или зацепится. Дальше. Для того, чтобы мне легче было сделать. Вот, смотри, я еще могу хоро сзади показать, он еще ногу будет дальше. Если он дальше, то я раз и что-то захожу, видишь? Отсюда нужно нарабатывать. Чтобы хорошо делать это все вещи, я полгода приходил, все играли там, футбол, мяч бросали, футбол, стоял, бил это. Там, бил, бил, бил. И теперь, когда делаешь вообще? Оп, у меня сразу нога идет. Потому что я чувствую, как начинаешь уходить, хочешь перейти. У меня уже нога. Я могу не делать, но по крайней мере я уже точно знаю, что раз нужно делать. А если нога сюда пошла, подсек и не получилось, я уже сюда залезаю, да? Или сюда. То есть это надо доработать. Что у вас получается? Подождите. Fix people. Мате! Мате! Артур, идешь к Сергу, Сергу шип. Так, ты идешь к нему. Туда, да, идешь к брату. Эй! Без потери! Берешь захват! Мат, у тебя есть такая особенность. Ты очень много двигаешься. Здесь он просто испугает руку. Остановись, дай ему захват, возьми ответный, чуть-чуть походи. Раз, чуть-чуть сзади, раз, чуть-чуть выведение. Сюда. То же самое. Ну, брат, папа не бьет. Хаджина. Выкинь гуру. Ну, локти, локти. А руками. Вот раз чуть-чуть ушел, попрыгал на ноге, попрыгал на ноге. Не уходи просто, попрыгай на ноге. Вот, для того, чтобы ему интересно было. Ну, я кашу спать. Ну, возьми немножко не дай. Вот подожди, что у меня? Дай два. Теперь второй. Второй. Раз, раз. Уж убирай ногу, ногу, ты чувствуешь. Развернулся, показал через бедро. Сделал. Приемы такие. Значит, он залез и чуть-чуть попрыгал. Он залез, ты разворачиваешь. Показываешь бедро. Но аккуратно. Он делает сзади, отвечаешь ему сзади. Дальше. Он лезет сзади, ты убираешь ногу. Раз, чуть-чуть. Держи его, пока он не уйдет. Держи. Сильнее, по ноге не ожидал. Не надо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь, девять, десять, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, и полностью. Смотри. Артур, иди сюда. Давай посмотрим, как заслуживает кис наименьшими предприятиями. Через захват. Вот он взял. Мне кажется, у тебя вот есть рука. Рука сюда. Да? И вот его нога. Или не нога. Даже вот можно сюда в живот перенести. Так, если он так держит. Нога. Можно его вывести. Здесь я не идет. Сведику нема тогда, я же. Достаточно что вы. Вот сюда и сюда можно. Можно. Так, дальше. Так, теперь нужно что? Может быть, вот это можно попытаться. Нет, сейчас ничего не могу. Ничего могу придумать, потому что не разобьется. Вот, можно с этого захвата выйти? Да с любого можно. С любого. С
Любого, просто. Вот это первый, который мы показываем. Да? Просто нужно понимать, чувствовать моментно, чувствовать, показать один из них как-то по-другому. Просто надо поискать именно на здесь. Если так удержит, молодец. Куда она? Не улыбали, не хотели. Так, стоп, Матэ, пошли вокруг тебя. Я думал, что можно взять ногу и поставить... Нет, так ты же в парке, поэтому за штаны можно за ногу брать. Раз. А потом надо посмотреть вот что-то у этих, они хорошо уходят. Вот тут посмотреть, мы не делаем вот эти упражнения. Раз сюда, два, раз, два. Отсюда ногу может, тем более. Хорошо. Так, построили здесь. Построились. В одну шеренгу встали. Расстояние километр. Дистанция. Ты мне это сам. Алинерия. Спасибо, Мария. Эк. Так. Что делаем завтра? Хотите отдохнуть? Нет. Пойдете на тренировку? Да. Можно завтра качаться. Еле регби. Ну, для шабрых должно быть 6 человек. Нет, тогда нет, бороться. Ну, бороться. Видите, по понедельник не был, и он отдохнул, и он хочет бороться. Ну, значит, там посмотрим. Я думаю так. Кто что за? Максим, Каталин, ты. Кроссовки и пойти на улице. Кросс побегает. Может быть, или может быть я знаю, можешь пробовать мой мяч, мы просто там поиграем. Ну если погода такая будет, то вряд ли. Ну погода классная. Нет, сейчас да, но если будет дождь. А если там. Да, если дождь, то они приезжают. Может быть и мокро. Но. Завтра я не буду на улице. Хочется завтра пойти на улицу. В среду мы на улицу, чтобы подышались. Или кросс пробежим, покачаемся. Или по хорошему играем. Да, если будет дождь, можете отдохнуть дома. Тогда встречаемся в четверг. Алине, Лев. Все. Нет, папа не спать. Да, так, дай-ка я заберу. Документы 200 лет. Кто участвует? Можно и в футбол поиграть. Ах, цель.